Так звучит самая большая страна. Черепаново, прекрасный город, спортивный очень, и там 2 года назад сельские игры летние проходили в Новосибирской области, вот там были. Вам на О. Орел, замечательный город, с которым связаны имена многих русских писателей. Л. Лысьва, город в Пермской области. Там есть металлургический завод, и там раньше производили электроплиту Лысьва. Лет 20 назад она была у каждого россиянина на кухне. Д. Дербент. Самый древний город, будем говорить так, в России. Большая крепость. Т. Татарск. Город Новосибирской области. Замечательный город, в котором жила моя мама. К. Казань. Рядом протекает река Волга. Е. Ессентуки. Минеральная вода и курорт. И. Ишим. Есть механозавод. М. Москва. Была там не раз. Это Красная площадь, это театры и красота. Продолжайте с нами. Мы – часть большой страны. 12 июня – День России.